Привет всем! Значит, новый видос из раздела Супершняга. Значит, что-то тут почувствовал себя непонятно, хотел позаниматься, поприседать, и чувствую, что-то у меня горло подозрительно себя ощущает. Значит, лучшее средство для носа. Там про горло тоже расскажу, но, в общем, для носа. Часто бывает нужно прополоскать нос, прополоскать, то есть промыть. Потому что капать там, что-то химия, это фигня. Ну, бывает, закапаешь там сосудосуживающие, чтобы ночью нормально. Ну, в общем, бывает, нужно промыть нос разными всякими растворами. Кто там через эту клизму, или как она, груша, кто шприцом, кто там еще по-всякому извращается. В общем, супер средство для промывания носа. Нифига не реклама, потому что найдете другого производителя, наплевать, главное, чтобы был смысл такой же. А называется Dolphin. Dolphin, видимо, по мотивам дельфина. Вот такая коробочка синенькая. Вот так выглядит сам агрегат. Что там в коробке есть? Инструкция, коробка. Вот это банка-бутылка пластмассовая. И, значит, пачка с растворами. Здесь в растворах вот такие пакетики. Вот. Стоит, ну, минимально стоит примерно 230 рублей. Там за 300 есть разные варианты. Короче, детский, взрослый, детский ерунда на самом деле. Все просто вот эти пакетики чуть другие. А, там чуть поменьше дозировка. Вот, берете за 230 рублей, главное это вот эта банка, потому что ей уже промываете, можно промывать вообще любым раствором. Смысл здесь вообще простой. Трубочка, и здесь дырочка посередине, ну, отверстие технологическое. То есть, соответственно, разводим там внутри раствор, там где-нибудь разводим раствор, заливаем. Не холодный, не тепленький раствор. Ну и, соответственно, в нос. Вот так вертикальное лицо, вертикальное положение лица. Не надо за это закидывать голову, там ничего никуда не заливается, не наклонять. Вот так вот встали над ванной, над раковиной, раз, и надавили. Чик, тут фонтан полил, ни в горло не затекает, никуда, ровненько, в одну ноздрю, из другой вышло. Разводите вот один такой пакетик на одну бутылку. Пакетики заканчиваются, во-первых, продаются отдельно потом пакетики, поэтому вот то, что за 300 и за 200, одно и то же, просто единственное, в том, которое за 300, пакетиков чуть-чуть больше. Но здесь состав-то, в принципе, ну, кристаллы древней океанической соли, сода пищевая, сухой экстракт шиповника, сухой экстракт солодки. Короче говоря, соль и сода, древний рецепт, сами намешали потом, где хотите. Любые там, не знаю, какой-то другой раствор навели, какой врач прописал, такой сами себе прописали, такой навели. Нужно купили эти пакетики, нужно нафиг не купили их. Самое главное вот эта банка. Очень просто, даже ребенок, старушка любая, в общем, любой человек справится. Надавили, хлоп, вы удивитесь просто, как это легко. Еще раз хочу сказать, что не реклама, просто офигительная вещь для промывания носа. Если вообще есть проблема промывания носа, потому что раньше я промывал, ну, оказывается, варварским способом, теперь я сам это понимаю. Я думал, что отлично умею, но у меня, ну, вообще, горло заливалось, там, не знаю, я там вливал в себя горы жидкости, уши потом, не знаю, закладывал еще что-нибудь. Тут взял, раз, два, в одну давишь, в другую вытекает, все, ни в горло никуда не попадает. В общем, всем советую, лучшее средство для промывания носа, не реклама, просто супер шняга, Dolphin. 230 рублей. Ну, всем пока. Не болейте.